Дорогой Егор, Татьяна Евгеньевна, я с огромным наслаждением посмотрел ваше видео и хочу поблагодарить вас за все то, что вы делаете, потому что то, что вы делаете, это здорово. Егор, ты замечательно играл и замечательно пользуешься синтезатором и переключаешь в реальном времени пресеты, и все это так получается у тебя органично и хорошо, и играешь ты хорошо, у тебя хорошая техника, причем я-то знаю, что играть на такого рода клавиатуре это непросто, и у тебя очень хорошо получается. Я от всей души хочу пожелать вам дальнейших достижений на этом поприще, больших-больших творческих успехов. Единственное, на правах автора той музыки, которая прозвучала, я хочу чуть-чуть поправить самую концовку, самый каданс. Там немножко неточная гармония. Татьяна Евгеньевна, вы просто сделали огромную работу, и тем более снять все это со слуха. Музыка не очень простая, у вас это здорово получилось. Просто я чуть-чуть хочу подсказать вам последний каданс. Я имею в виду вот эти вот пассажи. Там, тут очень хитрый аккорд. Это получается почти целотонная гамма, то есть это либо ре септаккорд с расщепленной квинтой, либо его можно как бы идентифицировать как си бемоль мажорный септаккорд с увеличенной квинтой, только играется этот пассаж от ноты ре, а в басу ля бемоль. Я желаю вам дальнейших больших-больших творческих успехов. Удачи вам, буду за вас болеть и переживать.